Я, друзья, всем привет, с вами Фикса, и добро пожаловать в дверь. Это пока что все, что я могу сейчас сказать, потому что игрушка называется «Дверь», все такое очень странное название, она от русского разработчика, мы сегодня с вами в нее поиграем. Я не знаю, что это за игра, она совсем недавно вышла и сейчас набирает небольшую популярность, я не знаю, зайдет вам она или нет. Если вы наберете 500 лайков или 1000, то я выпускаю моментально новое видео по этой игре. Так что поехали, прямо сейчас начнем старт гейм. Здесь есть два режима игры, casual или Эйнштейн. Не, я, конечно, умный парень, все такое, но Эйнштейн, мне кажется, для меня будет слишком жестко, поэтому нет, конечно, я могу быть Эйнштейном, я и так сам по себе Эйнштейн, но нет, спасибо. Эйнштейном я все-таки не буду. Хорошо, мы здесь заспавнимся. Что мы здесь видим? Прогресс. Press H to return home. Вот какого хрена? Вот разработчик русский, а все почему-то на английском. Почему так работает, непонятно. Здесь есть одна дверь, какой-то телепорт. Хорошо. Лодин прогресс, хорошо. Мы телепортируемся в какую-то непонятную комнату. Я вот так вот сиденье сделаю удобнее, да? То есть вы седло, так сказать, чтобы мне было удобнее. Так, хорошо, что здесь? Не входи. Хорошо, мы сегодня будем входить, тогда пойдем в один сюда. Так, первая дверь, хорошо, что здесь? Выйти в дверь номер 3. Ну, это элементарно, это третья дверь. Подожди, они меняются. Подожди, они меняются. Третья дверь, она... Вот она, это третья дверь. Открыл, все, хорошо. А выйти в дверь номер 4. Так, четвертая дверь, где? Ищем четвертую дверь. Б. Четвертая дверь, где буква 4? А, вот! Отлично, успел. Хорошо. Выйди в дверь номер 1. А здесь что написано? Но выйди, начни номер 3. Короче, тут, что я хочу сказать. Это игра пазл, это никакой не хоррор. Это тупо пазл игра, нам нужно угадывать. Хорошо, кстати, дверь вошла в камень. Почему бы и нет, хорошо. Игра, кстати, сделана на Unity, нам нужно угадывать здесь двери. 4 двери, какую выберешь ты, непонятно. Начни с двери номер 3. Ага, нажми наверх, хорошо. Я начал с двери номер 3, спасибо огромное. Шикарно, отлично. Отличная подсказка, благодарю. Давай еще раз сюда попробуем зайти. Если не получится, то мы больше сюда больше не будем заходить. Выйди в дверь номер 1, без проблем. А, ты что, не можешь прыгать, что ли? Вышел. Так, вышел, все нормально? Да, все в порядке. Выйди в дверь номер 3. Теперь 3, кстати, в прошлый раз было, по-моему, 4. Где будет 3? 3, 3, 3, 3. Кто-нибудь видит 3? Вот она, здорово. Начни... А, state number 3. Найди номер 3. Подожди. И выйди в дверь номер 3. А, я все понял. Я походу в прошлый раз просто не успел. Ладно, давайте подождем, пока, например, здесь будет 3. И давайте нажмем здесь, короче, подождем, пока здесь будет 3. И войдем в эту дверь. Мы успеем или нет? 4. Нет, давай мне 3. Давай мне 3. Давай мне 3. 1. Так, тихо. Давай, оп. Что? Какого хрена? Алло, я же успел. Так, ладно, все, мы больше сюда не будем заходить, потому что это какая-то хрень непонятная. Это какой-то бред, типа... О, господи, это черный экран, я думаю, что за фигня. Так, все, мне сидеть... А, ну что будет, если я войду в комнату, не входи? Вау, это что такое? Куда я попал? Кошмар. А, выйди в дверь номер 1. Так, значит, что здесь еще написано? Выйди в дверь номер 2, номер 3, номер 4. Ну ладно, давай выйдем в первую дверь. И что будет? Серьезно? Почему? Я же нормально вышел, какого хрена? Так, мне это не нравится место, ну его нахрен. Давайте вернемся в самое начало и пойдем в самую первую дверь, потому что здесь какой-то бред происходит. Да, я же говорю, я как понимаю, а что будет на Эйнштейне, интересно? Вот первая дверь, поехали. Вот здесь полегче. Выйти в дверь номер 2. Номер 2, все. Выйти в дверь номер 1. A, B, C, D. Ну, A вроде первая дверь, да? Да, вроде бы верно, все хорошо. Выйди в дверь номер 1. Выйди в дверь номер 1. Хорошо. Так, тень, может, как-то подскажет. Мне что-то здесь кажется, есть какой-то подвох. А, все нормально, да? Все, все шикарно, господи. Я думал, здесь нужно на Е, а он сам отказывается открывать двери. Так, выйди в четвертую дверь. Я знаю, как это сделать. Смотрите, типа, это у нас пятиугольник, это у нас четырехугольник, это у нас треугольник, и это тут вообще ничего нет. Значит, нам нужно в четвертую дверь, правильно? Значит, это сюда. Какой же я умный, господи! Хорошо. Выйди в четвертую дверь. Так, здесь, скорее всего, нужно посмотреть. Это первая, это вторая, это... Это третья, это вот это четвертая. Какой же я умный, господи, я не представляю. Выйди в дверь под названием ошибка. Чего?
Ошибка? В смысле, какая еще ошибка? Это какая-то дверь. И это обычная дверь. Эррор, может быть, сюда? Что? Какого хрена? Чё за бред? Ладно, это не третья. Хорошо, мы запомним, что это не третья. Давайте быстро побежимся. Так, третья. Тут что у нас такое? Четвёртая. A, B, C, D. Четвёртая. Хорошо. Первая. Так, сюда же, да? Да, все нормально. В третью, в три, треугольник. Тут что? Третью. Вот она, третья. Так, выйдя в ошибку, значит, да? Может быть, здесь где-нибудь в тени написано что-нибудь? Ошибка. Что значит ошибка? Как это понять, ошибка? Хорошо, это не третья дверь, точно. Давайте попробуем первая. И это не это тоже. Чё за бред? Так, ладно, я не понял, что за дверь под названием ошибка? Это какой-то бред, на самом деле. Третья дверь, хорошо. Третья дверь, так третья дверь. Что здесь? Четвертая. Четвертая дверь, хорошо. А здесь вторая дверь. Опа. Вторая дверь. Чё за бред? Как эта игра работает? Я не понимаю. Почему так сложно? Алло. Третья дверь, хорошо. Третья дверь, это вообще, я не знаю, что происходит. Вторая дверь, это A, B. B, вторая дверь. Выйди в третью дверь. Третья дверь. Что? Как? Кто не понимает, что здесь вообще происходит? Мне эта игра уже, на самом деле, не нравится. Не понимаю, что вообще за бред, что за бред. D, хорошо, D. Открываем D. Вторая комната. Да почему? Как? В смысле вторая? Что значит вторая? Что значит вторая дверь? Здесь не написано, какая из них вторая. Вот написано, только здесь есть первая, и все. Может быть, если это первая, то вот это будет четвертая? Тогда либо вот это... Давай вот это попробуем. Да блин, да иди ты нахер, а! Я не понимаю, если честно. Я честно не понимаю. Вторая дверь. A, B. Это все понятно. Четвертая дверь. Хорошо. Давай попробуем вот это четвертая. Это что, рофл, что ли, какой-то? Это разве смешно? Я реально не понимаю, это бред какой-то. Я писал, короче, читал отзывы об этой игре, и там писали, что тут реально какая-то хрень происходит. Вообще не связанные с друг другом загадки. Типа, вот вторая дверь, хорошо, AB, это понятно, да. Четвертая дверь. Осталось только вот это. Чего? Как это вообще работает? Я не знаю. Пятая? А, ну да, здесь же есть пятиугольник, да. Хорошо. Во вторую. Это третья. Вот вторая. Ошибка. Error. Хорошо, что... Давай, может быть, здесь какие-то подсказки. Может быть, здесь есть какие-нибудь подсказки, да? Может быть, вот так как-нибудь посмотреть? Нет. Error. Может, в третью дверь? Я честно не знаю. Я реально не понимаю, какая. Осталась только вторая дверь. Хорошо, сейчас попробуем. Но это реально как... Это смешно. Это на самом деле очень смешно. Третья дверь, хорошо. Очень легко, очень просто. Первая дверь элементарно. Отлично, все шикарно. Вторая дверь, вот. Все. Первая дверь. Круг. Четвертая. 4, это 1, значит, это 4. Вот, опять. А, стой, подожди, здесь 3 колонны, да? Мы смотрели, подожди, какие мы с тобой колонны смотрели? Какие мы с тобой колонны смотрели? А, дверь, вернее. Эту мы посмотрели, эту мы вторую, по-моему, смотрели, да? Собака такая, как это работает, я не понимаю. Что-то странное как-то. Четвертая дверь, хорошо. Четвертая дверь, так четвертая дверь. А, без проблем. Вторая дверь, хорошо. Третья дверь, это вторая, это четвертая, значит, это третья. Да иди ты нахрена, что за бред, конченый, что за конченая игра?
Бесит меня, бесит конченая игра. Бесит. Все, мне не нравится эта игра. Ролик не наберет ни хрена просмотров. Ролик ничего не наберет. ABC. Для чего, для кого я это снимаю, не понимаю. Первая дверь. Слава богу, спасибо. В какую? В пятую дверь. Сюда. Тут что нам нужно? Третья дверь. Третья дверь это вот это. Вот как понять ошибка? Наугад что ли? Что за бред? Ну вот смотри. Да блин, это бред какой-то. Это конченый бред. Меня это бесит игра уже. Может быть я что-то недопонимаю. Напишите в комментариях, ребят, пожалуйста, если кто досмотрел до этого момента. Чё за конченый бред? A, B, C, D. Первая, вторая. Значит, это третья. Третья, треугольник. Хорошо. Четвертая дверь. Ошибка. Первую, вторую мы смотрели. Давай четвертая. Что? Как это? Как это работает? Я не знаю. Вторая. Вот вторая. Четвертая дверь? Чего? А, может быть, по этим смотреть? Четыре. А тут везде одинаково. Они все одинаковые. Ну, давай, вот четвертая дверь. Вау! И опять в ошибку выйти. Вы что, играете, что ли? Так, интересно. Подожди-ка. Мы выше, значит, в эту дверь, да, попробуем по вот этой линии пойти. Да, попробуем по этой линии пройти, пройти, пройти. И в эту. Да ладно, получилось! Ху-ху, спасибо, yeah! Да, как, серьезно, у меня получилось? Я что, прошел, что ли? Ага, охренеть! Вау! Вау, дверь, обалдеть, мы прошли! Так, это что такое? А ну-ка. И как это открыть? Я все, а как открыть? Все, что ли, да? Мы типа одну дверь прошли, да? Нам еще осталось 5 дверей, значит. Да, походу мы открыли сюда, короче, все двери. И нажмем, наверное, нажмется. Наверное, не нажимается почему-то. А что сделать нужно? Что красное? Ну, красное, да. Есть красное. Что за фигня? Как дальше пройти? Вот мы с вами прошли эту дверь, да? Очень круто, очень здорово. Я нажимаю на все кнопки, но не работает. А, вот. Да, смотрите, мы открыли с вами дверь. Да, прогресс. Нажми А, чтобы вернуться домой. А, чтобы вернуться домой, понятно. Все, ребят, мы с вами открыли одну дверь, это очень круто. Мы прошли пустыню. В принципе, довольно неплохо. Довольно неплохо, ребят. Мы прошли с вами одну дверь. Короче, кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях слово «балди». Или кто досмотрел до этого момента, напишите слово «балди». В комментариях, я поставлю вам обязательно лайк, отвечу вам. Короче, если вам понравилась эта игра, то обязательно поставьте лайк, давайте наберем хотя бы 500 лайков, тогда я пойму, что вам эта игра понравилась, и выпущу скорее вторую часть. Думаю, если вам понравится, если зайдет, реально по просмотрам будет нормально, господи, что так страшно, то я думаю, выпущу еще пару частей, и возможно мы пройдем с вами всю игру, вот эти вот все 6 дверей, нам осталось 5 дверей. Все, ребят, спасибо огромное за просмотр. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, словами, как всегда, фикса. Не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик. Колокольчик очень обязательно. Всем до встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!